Вот интересный грузовик кинул. И сам своим спальником. Что-то уже здоровый 72-дюймовый спальник. Только обратите внимание, он раздвижной. На стоянке он раздвигается, создавая дополнительное пространство. Зайдем, посмотрим, что у него там внутри. Коробка-автомат. В принципе, я со своим ростом 1,90 м спокойно стою в водительском отсеке. Здесь сделана такая выемка со шкафчиками. Вот. Стараюсь показать. Вот так вот это выглядит. Над головой чуть меньше, если вы хотите встать. Ну, в бок здесь вот, я так понимаю, здесь 2 метра высота получается. Двери, сиденья переднего нет. Вход в жилой отсек можно осуществляться как сзади, со стороны прицепа, так и из кабины. Вот это вот расстояние, на которое она выдвигается в бок, создавая больше пространства для работы. Точнее, для жизни. Здесь мойка, двухкомфорочная плита, телевизор, шкафчики, микроволновка. Здесь вот морозильная камера. Вот сюда вот спрятана стереосистема и DVD. Это вот морозильная камера холодильника. Ниже холодильник. Здесь шкафчики для посуды, для ложки, вилки, для ложек, вилок. С этой стороны расположен столик, убрана и кровать, орган управления, здесь лампочки для чтения. Здесь также блок управления кондиционером, вытяжкой. А здесь у нас ванна с туалетом. Также шторка. Дистанция для мыла, шампуня и кондиционера. Душ. Туалет. Здесь есть даже деревянная полочка. Вот. Ну, как-то так.